Всем машинам, всем машинам. 1199, срочный вызов. Код 3. Психиатрическая больница «Маяк». Это 184-й. Вас понял. Код 3. Буду через 3 минуты. Вас понял, 184-й. Так, детективы, я знаю, что вы только что были на деле, но боюсь, что нам придется сделать крюк. Что-то серьезное? Бунт? Вызов пришел незадолго до того, как я вас подобрал. Сказали, много убитых. Там уже полдесятка машин. 131-й, прием. Может, это призрак того врача, который спятил и порубил всех пациентов? Там произошло совсем другое. Пациенты пропали. Какой-то скандал? Но все равно, жуткое дело, верно? 127-й, 124-й, прием. Джозеф, по-твоему, тут есть связь? Возможно. По-моему, материалы этого дела засекречены. Всем машинам у больницы, ответьте! Диспетчер, это детектив Кастелланос, машина 184. Что происходит? Прием. 184, там какая-то проблема, в больнице «Маяк». Связь! Есть ли... Черт! О, боже! Младший детектив Кидман, соображения есть? Пока нет. Думаю, мы все узнаем, как только прибудем на место. Что скажешь? Коннелли, свяжись с диспетчерской и сообщи им, что тут творится. Джозеф, Кидман, за мной. Пойдем осмотримся. Пойдем. Эпизод 1. Экстренный вызов. Всем привет, с вами миссионер Джейн, и мы с вами погружаемся уже в 26-й мир на канале, мир The Evil Within. Ну и так понятно, что мы уже без лишних слов начали. Что тут происходит? Оружия в машинах нет. Джозеф уже как профессиональный детектив пошел изучать местность. Молодец, молодец. Ну, он есть, наверное, профессионал. Ни крови, ни стреляных гильз. Так, Скидман даже говорить не хочется. Она слишком серьезно выглядит. Пахнет кровью. Будь начеку. Мы пойдем посмотрим, что там. А ты сторожи эту дверь. Может, я с вами? Мы не знаем, что нас ждет там. Нельзя идти все вместе. Да уж. Какая катастрофа. Ты что-нибудь слышал? Здесь кто-то живой! Вы ранены? Что здесь произошло? Не может быть. Невозможно. Рувик. Я о нем позабочусь. Надо проверить камеры наблюдения. Не может быть.
Что? С добрым утром. Так, полноценно мы туда посмотреть не можем. Я так понимаю, Себастьян просто сделал вид, что у него... Он не в сознании, короче. Смотрим только глазами. Ладно. Ну и ситуация. Давай. Давай, еще немного. Ну! Не, Себастьян, нету пистолета. Увы. Ключ из этого кошмара. Прям рядом с этим существом. Как говорится, просто протяни руку и возьми. Связка ключей. Эта связка ключей была найдена в подвале психиатрической больницы. Ей пользовались до того, как в больнице установили современную систему безопасности. Да, как я посмотрю, прям система безопасности работает на отлично. Жесть. А откуда вот такое сокровище, а? Ладно. Возникает такое ощущение, что это существо не слышало, как скрипела эта дверь. Я его внизу-то и не вижу. Ушел, что ли, куда? Бензопилы. Черт! Беги, беги, беги! По-моему, слишком медленно для напуганного человека, не? Ё-моё! В сторону бы не отклониться. Откуда здесь это все? Одно понятно, что-то лечиться в такой больничке вообще не хочется. Мы все, конечно, психи по-своему. Но такой больнички никому не пожелаешь. Хотя... Есть некоторые такие... сумасшедшие, которых так и хочется сюда отправить.
Как он вообще еще ходит после такого удара? Конкретно ему досталось. Ну, жить хочется. С такой раной и упасть в бассейн с кровью. Хорошо еще, чтоб ты ничего не подцепил, Себастьян. Где выход? Старая записка из канализации. За запертыми воротами в дальнем конце канализации находится лестница, по которой можно подняться в старое крыло. Если сможешь пробраться туда, найдешь лифт, который вывезет тебя наружу. Ты сможешь бежать и, возможно, выжить. Р. Да, многообещающее письмо. Здесь ворота все закрыты. Там вообще на два замка. Я говорю, вообще поразительно, как он ходит с такой раной. Удивительно, как ему этот псих, ненормальный псих, вообще ногу не отрубил. Вот в чем вопрос-то. С одной стороны, тебе повезло, а с другой... вообще не повезло. Вот как эту ситуацию комментировать? Записка. Записка из бойлерной. 13:00. Проверка системы STEM начинается. 13:15. Результат положительный. Синхронизация мозговых волн подтверждена. Потери минимальны. Продолжаю эксперимент. Агент собирает данные. 13:30. Возникла аномалия. Не с подопытным. Стенографистка сказала, что ей нехорошо и по неизвестной причине впала в кому. Врач приказывает отключить систему STEM. «13:45. Персонал жалуется на тошноту. Люди один за другим падают в обморок. Те, кто еще может передвигаться, хотят бежать из больницы, но почему-то не могут. Систему STEM должны были отключить, однако мозговые волны подопытных все еще синхронизированы с сервером. 14:00. Он... появился тот человек». «Тот человек...» который передвигается в пространстве. Вот, сейчас вот хорошо видно ногу. Крепко ж тебе досталось, крепко. Хорошо хоть так ходит. Лучше спрятаться. Прячемся, прячемся, прячемся. Это, типа, у нас обучение такое. Обучающий уровень. Неплохая такая обучалочка. Самой даже шевелиться немного стрёмно. Иди, иди, куда шёл. Топай, топай. Сбагуйся, успокоительный выпей, я не знаю. Как тебя вообще угораздило, Себастьян, сюда попасть, а? Честно. Во всем мире нашел именно это место, ладно. Вроде смотался. Будем прорываться. А, ходит. Высматривает. Угу, бутылочка сейчас нам поможет. Просто зашвырну ее подальше. А мы успеем пробежать. Единственный нормальный шанс.
Давай, беги, 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 беги. А, все, побежали, побежали, побежали. Ладно, он отвлекся. Молодец. Это, кстати, единственный адекватный шанс был для того, чтобы сбежать. Другой нормальной возможности и не представляется. Все с огромным риском. А черт! Ну да, конечно! Поднимайся, что ли! Twisting me around, there is nothing I can do. This world doesn't spin, it just turns itself. Choked tight in the noose. Магия видеоигр. Уже нормально идет. Я поражаюсь. Что, уже нога в порядке? Правда? Ладно, ладно, ладно. Давай! Хаос начинается! Ныряем! Детектив! Залезай, залезай! Эй, а где Джозеф? Извиняй, он так и не вышел. Я бы подождал, но... Лесли, успокойся. Лесли, успокойся. 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 Черт! Назад пути нет. Черт!
Вот засада. Мы что, отрезаны от остальных? Наверное, все остальные погибли. У вас там все в порядке? Пара синяков, а так все хорошо. Все хорошо. Хорошо. Все будет хорошо, когда мы отсюда выберемся. Еще немного, и все будет хорошо. 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 Падаем! Падаем! Берегись! Падаем! Падаем! Вау! Вот это начало, правда? Так, первый эпизод пройден. Сразу сохраняемся. И... продолжение следует! Спасибо всем за внимание, за просмотр. С вами была Миссионер Джейн. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Посетите мои творческие страницы ВКонтакте и на YouTube. Ссылки найдете под видео или в шапке канала. Еще раз спасибо всем огромное за внимание. И до новых скорых встреч, друзья!